Дорогие женщины, первые признаки возраста появляются вокруг глаз. Для того, чтобы это избежать, был создан уникальный бальзам под глаза. Кожа вокруг глаз, она самая нежная. Она настолько тонка, что она в 10 раз тоньше кожи на плече. И, конечно, за ней требуется особый уход. Различные масла, которые входят в формулу бальзама под глаза, вызывают быструю регенерацию и быстрое размножение фибробластов. Дело в том, что когда у нас быстро появляются фибробласты, у нас появляется свой собственный коллаген, морщинки разглаживаются, кожа становится более светлой, пигментные пятна исчезают, потому что есть и отбеливающие масла. Сегодня бальзам под глаза очень актуальный крем, потому что женщины в основном сидят или у компьютера, или у дисплея, или у телевизора, или с книгой. Мы все время напрягаем глаза. И в первую очередь страдает кожа вокруг глаз. Не забывайте, нежными движениями двух пальцев делать массаж себе, нанеся предварительно на пальчики бальзам под глаза на неподвижное веко. Делаем только на неподвижное веко. Бальзам под глаза – решение этой проблемной зоны.